Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребята, это игрушка, симулятор руки, но я здесь решил показать не свою коллекцию спиннеров, я очень люблю спиннеры, шучу. Да. На самом деле игрушка примечательна тем, кроме того, что здесь можно реально заниматься различными вещами, здесь есть дуэль, и мы сейчас вам ее покажем. Собственно, дело в том, что вы можете поиграть еще здесь с оружием, покрутить и пострелять, а еще интереснее, что можно устроить дуэль. Как видите, напротив меня стоит Юля и может помахать своей рукой. Здорово! Привет, привет! Наконец-то вы увидите Юлю, вот эта долгожданная вебка. Юль, я тебе тоже очень хочу помахать, на самом деле, я тебя давно не видел. У меня ручки как у этого, так, у раптора. Мне нужно правильно понять, какие. Вот, Юль, привет, Юль. Очень рад тебя видеть, в общем, собственно. Надеюсь, я ты... такая, шел нафиг, Пёс. Знаешь, мы сейчас с тобой начнем. Иди, так я говорю, я с дураками. Короче, здесь очень много тонкостей, да, Юля сломалась, бывает, ничего страшного. Собственно, Юль, ты готова к дуэли? Нет. Ну, опусти ручище, а ты можешь показать, какие здесь у тебя длинные ручища? Смотрите, так. Ребят, лайфхак, если у вас упала ручка под парту. Давай, Юль, показывай. Без палева совершенно. Сейчас, я вот сделал, кстати, ее выпрямлю. Оттуда махать можно что угодно. А, ну, кстати. Да, здорово. Записки передавать в школе, чтобы учитель не заметил. Ладно, не будем, на школе тематика, все-таки каникулы. Ладно, давайте, ребят, начнем с того, что дуэль. Блин, я себе руку взломал. Аккуратнее, аккуратнее. Фишка в том, что здесь реально все тонко, нужно правильно перезаряжать, правильно ставить пулю. Это очень сложно с этим управлением, так что мы постараемся кого-нибудь застрелить хотя бы. Сейчас потренировались, очень замучились, Юля вся в нервах, я весь в нервах. Потому что мы в подобное практически не играли, где нужно своими культяпами что-то делать. Но мы постараемся, и все-таки интересная концепция, разработчики молодцы, что вот такими кривыми руками нужно попытаться друг друга убить. Здесь еще самое интересное, есть тренировка, можно одному пострелять, там пистолет другой, и там его по-другому нужно совершенно открывать. Здесь же свои нюансы, уже, знаете, как аристократический. Да, пытаюсь, как аристократ, открыть мизинчиком место для пуль. Блин, придется, мне кажется, по-другому открывать, не мизинчиком. Надо. Руки можно, естественно, менять. Я не знаю, как в подобных играх тоже там меняются руки или нет. О, короче, слушай, тут удобно, что можно, если что, за колечко. Палец застрял, не хочет. Так, слушайте, надо аккуратно, то если я лишусь пистолета, это будет вообще провал полнейший. Я его перевернула. Так, все, ты только еще перевернула. Но на самом деле здесь... Да эта штука, да что ты будешь делать, а? Нужно прижать каким-то макаром, чтобы аккуратненько резко открыть. Как будто иногда реально приклинивает, не получается это сделать. Сейчас я мизинчиком, большим пальцем вот попытаюсь здесь. Нужно, наверное, им гораздо проще это сделать. Давай, давай, почти, давай. Есть! Я это сделал, так, у меня рука куда-то уплывает. Так, посмотрю, блин, пока, чем Юль там занимается. Я почти открыла. Молодец, Юль там старается вовсю. Да блин. Я уже, кстати, успел два раза рипнуться успел, на самом деле. Блин, моя рука мешает. Да, я с чуваком каким-то зашел, у него ник, блин. Слушайте, ну, у меня не получается, мне придется... Йо, это какая-то жестокая, суровая реальность. Меня к такому не готовили родители. Надо пульки меня... Нужно уронить их. Да уж, стрелять не все готовят. Так, я, в принципе, готов. Уже понял, что лучше всего захватывать это большим пальчиком, мизинчиком. Так, аккуратненько. Пальчиком и мизинчиком. О, точнее, указательным. Указательным большим пальцем. Я уже все попутал. Ой, зря... Собственно, управление здесь всегда можно посмотреть. Я думаю, разберетесь в этом, если будете играть. Но с другом подуэлить, мне кажется, это вообще жесть. С такими культяпами, ну это просто... Блин, такого я нигде не могу поймать. А я уже тем временем, кстати, пулю взял в руки. Да? Сейчас буду аккуратно... Слушай, я не могу ее поднять. Да? Почему? Я не могу, она у меня сквозь пальцы проходит. Постарайся, нужно еще вовремя колесиком управлять. Стараться прям по полной. Фух. Еле-еле я подобрал, только как мне теперь всунуть все это дело, на самом деле. Ох, ну это игра какая-то, я не знаю, это... О, давай, аккуратненько, аккуратненько. Нет, одна пуля у меня улетела. Юля потеряла пулю, а у меня вот сейчас прям операция происходит. Нет, ну господи, драные пули. Так, так, а слушай, пули, Юля, а может я сейчас уже пристрелю, я уже близок. Я такая, нет, стоп. Нет. Слушай, ну как ее схватить? Руки там немножко запутались, я смотрю. Да. Но я тебе помогу подправить ситуацию. Блин, насколько
хирургически сложно это все выполняется. Я не знаю, может быть, пальцем как-то аккуратно. Я ее схватила! Yes, я ее несу! Давай, давай, Юля. Сколько радости сунуть пулю. Блин, слушайте, ну эта игруха реально просто... О! Так близок я никогда не был. Есть! Давай, теперь осталось только засунуть ее в этот... Все, в ячеечку, в свое местечко. И... Ну давай, что ли? Слушай, как это тяжело делается. Неужто в реале зарядить, мне кажется, реально попроще будет. Фух. Я отхожу. Я уже прям это... Ё-моё, я не могу, я ее положил на пистолет. Здесь, знаете, мне кажется, в эту игруху надо играть с перерывами какими-то, потому что можно... Ё, я еще путаюсь тут как вниз, как вверх руку. Старайся, самое главное. Слушайте, ну у меня вот одна пуля почему-то не хочет влазить совершенно. Как-то ее подправить бы, а как, я без понятия. Сейчас попытаюсь пальцем своим корявым здесь что-нибудь сделать. Давай, пуля, залази уже. Фух, слушайте, ну сколько можно терпения иметь, а, в этой я игре? Я не знаю. Как у тебя дела? У тебя хоть и есть какие-нибудь там, я не знаю, сдвиги? Во, может сейчас ты... Ну почему, вот почему бы тебе просто не залезть, пуля? Я не понимаю. А чё-то я задеваю, что ли? Ладно, попробуем большим пальцем засунуть ее туда. Пуля, ты лети в другую сторону. Я попытаюсь еще одну пулю взять. Ну, как говорится, на всякий случай, потому что вдруг я промахнусь. А скорее всего я промахнусь, потому что прицеливание здесь тоже вообще лютое. Просто творит. Ну слушай, даже. Вообще, как тут быть? Ничего, а у меня уже, кстати, дела такие. Слушай, Юля, у меня есть пуля для тебя, сейчас она прилетит. Надеюсь. Не надо. Так, нужно ее бросить. Ну что, как у тебя? Я даже не знаю. Я так не напрягалась никогда. Даже на горшке, да, не получается так напрячься, как в этой игре. Как у тебя там дела? Ну, я борюсь. Юля свой взгляд совершенно не отводит от меня. Но ничего. Я на самом деле смотрю только на свою пулю. На самом деле, ты на свой персонаж посмотрела, куда он смотрит. Блин, все, короче, мне хватит одной пули. Я постараюсь ее... Ты еще уже зарядил пулю? Еще и уже, да, зарядил пулю. Нужно захлопнуть эту пасть, я так понял. Свою, да? Теперь нужно, короче, все, берем ствол в руки. Нужно еще так, как сказать, схватить аккуратно, чтобы на курок попала рука. Ох! Все. Нет, не стреляй. Почему у меня факт по умолчанию покажет? Все. Я буду стараться. Главное еще ствол не уронить. Так, Юля. Нет, я только почти зарядила оружие. А я уже пытаюсь попасть по вам понемножечку. Вот тот чувак, который с нами играл, он вообще грамотно шмалял. Все, я на Юлю навел пистоль. Берем следующую руку. Отводим. Я почти зарядила. Так, почти. Сейчас. Тихо, спокойно. Чипок. Ну, чипок. Ой. Да что, давай. Так, чипок. Меняем руку. Как тут? Жмись, ну что ж ты не жмешься? Ё-моё, да что же за игра такая сложная? Блин, слушайте, а что такое, я не понял. У меня почему-то руки не хотят курок жать. У меня пуля не лезет, она как бы, ну типа, засунула. Большой пальцем хорошо всовывать пулю, я тебе могу сказать. Ну блин, ну ё, с меня 100 потов сошёл. Да ё, пулю! Кнопка А, пулю, дура. Давай, все. Это в натуре какое-то насилие мозга. Я такая, нет, Миша, такая, да я не могу стрельнуть, ты тут даже не думай, что я вообще какой-то произведу. Так, я куда-то далеко уже откатилась. Я с ума сойду с этой игрой сейчас, если честно, это просто... О, нажалась, слушай. Нет. Мне... Я все ближе к тому, что шмальнуть по Юле. Нет. Я так аккуратненько возьму. По я Юле. Буду пытаться. Прицелюсь. Я буду пытаться продолжить. Пытайся. Все. Вот, я стабилизировал все, прям мушку навел на Юлю сейчас. О, мне почти кажется... засунула! Там перекати поле даже катится. Так, теперь, собственно говоря. Я ее засунула! Так, чпок, все. Теперь попробуй стрельнуть. Каждый по-своему пытается сделать. Ну, давай. Ну, я... чирикнись давай. Ну, чирик. Да чтоб ты. Ну, дожмись ты, ё-моё. Я уже весь обмуслякал этот курок. У меня уже... Да ё-моё, ну слушайте, ну это вообще как будто трындец полнейший. Так, посмотрим, как там. Так, прицел, в принципе, вроде на Юле. Должен попасть. Я постараюсь, во всяком случае. Все. Так,
Это операция «Ы», Юля. Я сделаю это, я попытаюсь произвести выстрел все-таки. Мне кажется, такое чувство, что сейчас меня Юля быстрее уже вольнет. Да я пытаюсь. Долбанный курок, ты нажмешь все, нет, а? Большим пальцем, что ли, тебя нажать? Фу, да что ты... Во-во. Давай. Я пытаюсь попасть, на самом деле. Вот есть! Ты есть! Нет! Нет! Все мои попытки на смарку. Это какая-то жесть. Ё-моё. Ну, слушай, я пыталась вот этот вот... Как вот эта это штука было жестко, сверху это её было перевести? Жестко. Я хотел буквально показать кратко, что здесь еще есть вот такой, как бучень, совершенно другой пистолет. Юля пока валяется все в той карте. Да. Отдыхает, да, здесь все как раз можно потренироваться перед тем, как в дуэли идти. Здесь уже все по-другому. Здесь автоматически все работает. То есть здесь есть специальная кнопочка, чтобы барабан выехал. Сейчас мы его. Да, попытаем. Сейчас Миша еще попытается ее нажать. Не, ну, надо, как сказать, вот этим пальчиком вот этот. А, здесь нужно вниз ее отвести, вспомнил. Слушайте, здесь так, ну... столько тонкостей на самом деле. Вообще ну, не блин. А что ты какую кнопочку пытаешься? Да, ой, я как-то по-другому открыл. Нормально. Ну вот, ты как бы суешь, но если я сейчас это буду делать, я лучше, знаете... Слушай, у тебя такие изящные пальчики. Да и смотри, здесь даже... И наверх вот так надо, да. Да, мне просто интересно, что эти штуки... И вот прям... Ну нет, тебе надо вот так. Не берется оно! Миш, потому что не так, надо ее перевернуть как бы. На правую жмешь и переворачиваешь. Ну слушай, я... Наяриваю, но жмёшь, ничего... А, и... Может, стой, погоди, кнопки какие-нибудь что-нибудь здесь значат или что? Что здесь? Да нет, это оно просто будет показывать. Может, что? Что когда это стрельнешь, вот типа, только вот так, ну, засчитается, и можно будет посмотреть думаешь, свой результат. Мне кажется, нет. Здесь можно, наверное... Она, наверное, может, знаешь что, отводится. Видишь, она... Посмотрите вообще, что происходит. Не, ничего не происходит. И, ох, может быть, ё-моё, короче, если у вас игра, реально жесть. Крепкие нервы, то игрушка... Да, если вам себя не жалко. Мощно. На самом деле, дуэль мне понравилась. Ну ты не, угарно, но тут надо, на как слово. Сказать, приловчиться. Тут некоторые ребята уже, все. Прям, я не знаю... Валят на раз-два. Да, капец, как можно. Ладно, закончим на этом. Если хотите, может, еще произведем дуэль, но посмотрим. Я там валяюсь такая, отдыхай, мимо меня прикати поле. Ладно, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.